Всем привет! Сегодня мы приготовим шампиньоны королевские на мангале. Итак, поехали! Для их приготовления нам понадобится непосредственно шампиньоны, чеснок, аджика, соус барбекю, острый соус, масло растительное, соевый соус и соль. Начнем с чеснока. Для начала его надо нарубать мелко. Затем в этот чеснок добавляем соль и все соусы. Острый, по вкусу. Желаете поострее, добавляйте больше. Желаете не так остро, поменьше аджики чуть-чуть, так как она тоже острая. Соус барбекю. Соевый соус. И все тщательно перемешиваете. После чего берем решетку и выкладываем на нее шампиньоны. Одним слоем. Затем берем чуть-чуть масла растительного. И смазываем. Затем отправляем шампиньоны на мелкий огонь. Жарим в течение минут 10. Прошло 3 минуты. Переворачиваем. Берем наш соус. И мажем. Прошло опять же 3-4 минуты, переворачиваем и делаем такую же самую операцию, как и в прошлый раз, смазываем соусом. Прошло 15 минут, наши грибочки готовы, но не совсем. Осталось их выложить, поменьше сразу будем бросать в мисочку, а побольше порежем на 2-4 части. Разрезаем наши шампиньончики большие. Итак, грибочки нарезали и добавляем сюда соус оставшийся. И тщательно перемешиваем, оставляем минут на 5, чтобы все смешалось вкусами. Так, осталось нам продегустировать. Пробуем. Грибочки получились шикарнейшие. Обязательно добавляйте соус в конце. Тогда сок грибов, который не соленый, смешается со всеми вкусами соусов. И будет просто шикарно. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!